Доброго времени суток, уважаемые зрители. Вы находитесь на канале Сделал Дант. Меня зовут Игорь, и я хочу с вами поделиться просто наипрекраснейшей новостью, которая произошла в моей жизни. Свершилось. Долгих 3 года я снимал не каждый день, не часто я так выкладывал обзоры на энергетики, но я снимал и знал, что рано или поздно на меня выйдет производитель энергетиков, хоть какой-то. И вот в один прекрасный день мне пишет совершенно незнакомый мне человек с предложением, чтобы они мне отправили линейку вкусов Рускинг, а я взамен заснял обзор на их энергетики. Разумеется, меня тогда переполнило счастье, потому что наконец-таки я вот осознал то, что все было не напрасно. Я не зря снимал так долго и упорно обзоры на энергетики, и что наконец-то на меня вышел производитель энергосов. Неважно, каких энергосов, важно то, что это свершилось. Мы списались с этим человеком, я дал ему адрес, там, телефон и фамилию, имя, чтобы мне через транспортную компанию пришли энергосы, и вот, наконец, посылочка у меня в руках. Здесь 6 вкусов энергетика Рускинг, каждого по одному вкусу, всего у нас тут 6 вкусов, 4 из обычной линейки и 2 из лимитированной. Вот он мой шпатель. Давайте, наконец, раскроем посылочку эту и посмотрим, как выглядит энергос. Ну, кстати, запечатали, да. Запечатали довольно-таки, ну, не как обычно. То есть, мне параллельно с этим еще пришел другой энергетик от других производителей. И там совершенно другой подход был к транспортировке. Но видите, у каждого производителя свой подход. То есть, здесь ребята поставили акцент на то, чтобы энергетики дошли до меня в целости и сохранности. За что это им огромный респект. То есть, все тут в пленке, в пупырках. Я не знаю даже, как надо это вскрывать. Просто по-дикарски как-то разрывать все это. Очень тяжело подобраться к баночкам. Ну вот, наконец, я уже вижу, что-то появляется. Не знаю, видно ли это в кадре. Первый вкус, который мне удалось достать, это лимитированная линейка, новогодняя, со вкусом глинтвейна. Затем, следом у нас идет второй из лимитированной линейки, новогодний вкус Christmas Punch. Дальше. Слушайте, ну молодцы, молодцы. Они знали, что в транспортной компании стопудово будут кантовать. Мне аж прям приходится силы прилагать, чтобы разрывать эту пленку. Баночки просто в идеальнейшем состоянии. Ребят, они перепутали. Почему здесь находится... Бляха-муха. Только не говорите, что здесь тоже рейв. Так. Ой, ребята. Вы тоже сейчас будете угорать с этого момента. Но, походу, когда собирали мне посылочку, ребята перепутали. Ребята перепутали банки, потому что... Вот, да, что ж ты не вылазишь? Да, запаковали хорошо все-таки. Высший балл за это. Ой, господи, что это такое? Они должны были прислать мне... Может, у них такая была задумка, чтобы прислать мне рейв и Рускинг. Но я думал, будет 4 вкуса обычной линейки Рускинг. То есть белый, синий, красный, черный. Они почему-то прислали... Обычный рейв 2 вкуса и Рускинг 2 вкуса. Ну, посмотрим, если что, я свяжусь с дистрибьютором. То есть, может, это или ошибка, или так и должно было быть. В общем, ребят, написал я дистрибьютору, объяснил ему проблему, то, что вот пришли 2 банки рейва. Он сказал, что это моя ошибка, мой косяк, снимай так, по факту уже. Но я с ним согласился и продолжаю снимать дальше. Ладно, все, не будем на это обращать внимание. У нас основная суть сегодняшнего ролика — это обзор на 2 новогодних вкуса, лимитированная линейка Рускинг, Christmas Punch и Глинтвейн. Ну и, соответственно, так как это новогодняя линейка, то надо и выглядеть подобающе. Поэтому вот так я вот решил вырядиться. Как бы у нас новогодний обзор уже, несмотря на то, что декабрь только начался, но уже новогодняя атмосфера начинает потихоньку преисполняться. Новогодняя шапочка с помпончиком. И майка с Санта-Клаусом везде. Давайте немножко сместим кадр, чтобы было удобно снимать.
Блин, ребят, ну я не понимаю, что произошло с этим видео. Реально, мне очень-очень-очень неудобно признаваться вам в этом. Но, получается, снимали мы на мою камеру, а у девушки к ее телефону был подключен петличный микрофон. И в какой-то чудесный момент звуковая дорожка просто исчезла. Я вот могу вам прям скрин показать, что есть-есть звуковая дорожка, а потом ее в какой-то конкретный момент нет. В связи с этим придется выкладывать эту часть обзора с родным звуком, который был заснят на мой телефон. Поэтому вводите положение, пожалуйста, и извините. Ну вот мы немножко сменили кадр, чтобы было удобнее снимать обзор на энергетики, но для начала я перейду на их основной сайт и гляну, что нас встречает. На первой страничке встречает нас видосик, но его смотреть не будем. Дальше 4 вкуса обычной линейки. Описание вкусов. Это нам сегодня не понадобится. Глинтвейн, Limited Edition, ограниченная новогодняя серия, натуральный яблочный сок, высокая концентрация кофеина и таурина, содержит витамины B3, B5, B6, B9, C. И дальше, гвоздика, корица, виноград, апельсин, смешайте ингредиенты, вы получите незабываемый новогодний напиток Глинтвейн. Уникальный русский Глинтвейн, пряный, согревающий вкус, а также натуральный сок. Незабываемая новинка только этой зимой. Угу. И дальше нас встречает Christmas Punch. То же самое написано, что и про Глинтвейн, но здесь невероятное сочетание пряного яблока, граната и натурального яблочного сока подарить. Вот, ребят, немножко с орфографией тут ошибочка. Подарить. Проверьте сайт, пожалуйста, потому что надо исправить буковки. Подарит ощущение теплого рождественского вечера, а высокая концентрация кофеина и таурина придаст бодрость и работоспособность на долгое время. Попробую новый уникальный вкус, ограниченная новогодняя серия. То есть, ребятушки, примите это к сведению, то, что это только сейчас, эти энергетики в продаже. То есть их можно повстречать, я не знаю где, вот в моем городе я его еще не встречал, именно новогоднюю ограниченную серию. Его можно купить, я знаю, на Wildberries, на Озоне, так что ссылочка будет внизу в описании. Переходите, покупайте, пока еще они доступны. Потом они, скорее всего, уже снимутся с продажи. Ну а мы приступаем уже к основной части ролика, посмотрим, что они из себя представляют. Выглядят сочно, красиво, по-новогоднему, Мишка с шапочкой, как у меня. Новогодние узорчики, тут олени, и Глинтвейн, стаканчик Глинтвейна изображен. Витамины, натуральный сок, таурин. Сзади что? Ну, по составу, я думаю, не надо ничего читать, потому что тут... Хотя нет, вот написано концентрированный сок белого винограда. И все. Все, реально, больше ничего я не вижу тут. Очень неудобно тут цветовое сочетание шрифта с цветом банки. Очень тяжело читать, как на розовой, так и на зеленой баночке. Вот это чисто субъективный мой обзор, я считаю. Концентрированный яблочный сок. Ну, на зеленом, кстати, более читабельный текст. Состав легко прочитать, нежели на розовой. То ли у меня уже зрение плохое. Строго не судите. Тоже такие новогодние узорчики здесь изображены. Мишка с шапочкой. Гранат изображен, вишенка, яблоко. Яблока нет. Ну да ладно. Это все нивелируется тем, что как бы новогодняя атмосфера уже потихонечку. Поэтому давайте. Знаете, вот не важно, что снаружи, главное, что внутри. И это абсолютно подтверждается этими энергосами. Мое почтение. Давайте начнем. Наливать сначала Christmas Punch. Ну, по цвету как пуншик напоминает, реально. Вот. С каким это вкусом? С яблочком, да, по идее, должен быть. И гранатом. И Глинтвейн. Я как бы пил алкогольный Глинтвейн. Мне есть чем сравнивать. Поэтому начну, пожалуй, сначала с панча. По запаху реально пряное яблоко, как они и писали. И гранат чувствуется. 10 из 10. Возражений никаких не имею. Это реально энергос, который ассоциируется с новогодней атмосферой. То есть сидишь ты такой, за окном снежок идет, а ты сидишь в загородном доме у камина. И наслаждаешься этим энергетиком под какой-нибудь там рождественский фильм или мультик. Вот реально, ребят, это все, что нужно для счастья, на самом деле.
очень вкусный энергетик. Корицу что-то не чувствую. Сок белого винограда прям на первых порах очень хорошо чувствуется. Очень неоднозначный вкус. Вкусный, вкусный, ребят. Но я же говорил, что я пробовал алкогольный глинтвейн. Он как бы, да, сделан из вина. А вино делается из чего? И правильно, из винограда. Поэтому здесь виноградный сок как будто чувствуется. Но я не чувствую вот этой вот нотки корицы, которая присутствует в глинтвейне. Там что? Кардамон, корица, гвоздичка и еще что-то присутствует. Я точно не помню рецепт глинтвейна. Но я знаю прекрасно по аромату, по вот этому вкусу, по терпкости вина, что здесь не хватает вот этой нотки корицы. Да? Правильно, здесь написано гвоздика, корица, виноград, апельсин. А, да, то ли корка винограда, ой, не винограда, а апельсина. Скорее всего, да, цедра апельсина используется для глинтвейна приготовления. Я даже не знаю, вот сейчас, давайте последний раз уже попробуем. Да, они оба, черт возьми, хороши, ребят. То есть, и тот, конечно, да, за свою цену они как бы дорогие. Но это же ограниченная серия, поэтому они не должны стоить столько. То есть, вы отдаете 200 с копейками и получаете две баночки энергетиков объемом 0,45. Вполне себе адекватная цена, учитывая, что это ограниченная линейка. То есть, вы ее купите и будете потом хвастаться над теми, кто упустил такую возможность приобрести вот этот энергетик. Я надеюсь, что каждый, кто смотрит это видео, они обязательно попробуют эти два вкуса и выскажут свое мнение в комментариях. Но я... Вы все видели по моим эмоциям, то, что я реально испытал кайф от этих энергосов. Даже несмотря на то, что это не прямое попадание в глинтвейн, но... Все-таки наитие есть, что да, пусть будет это глинтвейн, только безалкогольный энергетик со вкусом глинтвейна. Так что, ребят, поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Желаю счастья, благополучия в семье, чтобы вы достигли всех целей, поставленных на 2023 год. И чтобы царили счастье и радость в вашем доме. Я вас всех очень сильно люблю, крепко обнимаю. С вами был Игорь. Не забывайте поставить лайк под этим роликом. Кому нравится мое творчество, подписывайтесь на канал. На этом пора прощаться. До скорых встреч и хорошего вам настроения, ребят. Пока-пока.